что ж, дорогая моя любимая, я иду к тебе прямо сейчас поздравлять тебя с днем рождения. У меня есть шарик, крылья, ключ, цветочки и рваная перчатка. Но ты не обращай на это внимания. В общем, сейчас ты будешь проходить, моя дорогая, квест. И то, как ты его пройдешь, зависит подарок в конце этого квеста. Если все пройдешь, будет подарок. Если не пройдешь, увы, прости, этот день не запомнится тебе. Так что старайся. Пойдем. Ну что, я иду тебя будить. Просыпайся. Я явил миру принцесс, которая сейчас будет спасать вселенную. Ты готова? Поехали со мной. Скачи сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Садись со мной на лошадь. Быстрее. Садись со мной на лошадь. Садись со мной на лошадь. Садись. Поскакали. Поскакали спасать наш любимый город. Давай, давай, скачи, скачи. Мы победим тебя зло. Ты не строишь от нас. Готова. Она не готова спасать мир, а моя лошадь готова. Кто лучше, конечно, жена. Как вы могли догадаться? Итак, идем сюда. Тебя ждут невероятные приключения. Я чувствую это. О, нет, медведь! Быстрее! Ты должна спасти меня от медведя, ведь я принц, а ты всего лишь фея. Подожди, медведь, куда же ты, медведь? Солипой, Мишка, смотри. Здравствуйте. Ой, какая красивая. Ой, она похожа на мою Машу. Маша. А, точно, держи. Это же Маша. Держи ключи от моей квартиры. Живи там, медведь. Да. Хватит жить здесь, на улице. Дуралей ты. А можно я засосусь? Итак, уважаемая Маша, сейчас как я сосусь. Ты должна выиграть Мишу. Если ты победишь в честном бою Мишку, то мы пойдем дальше. А если ты не победишь в честном бою Мишку, то он тебя задерет. Итак, подожди, отстань, дурачок. Итак, сейчас. Давай. Итак, ты жрать готовишь? Из чего? Отлично! Тогда внимание, стой здесь на рыбу. Давай, давай. Как вы понимаете, друзья, это небольшой квест, который наша именинница должна пройти. Если она пройдет квест за определенное время и выполнит все задания, в конце она получит приз. Если она не выполнит задание, то, увы, ничего не получает. Итак, сейчас мы будем соревноваться. Держи. Итак. Я подержу обе. Держи. Даже обе? Да. Итак, Маша, будем ловить кто быстрее. Готово? Кто быстрее поймает две рыбки? Поехали. А, три! Так. Давай, давай. Давай, лови, 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 лови. Быстрее. Ага, я сейчас первый поймаю. Давай, давай, нужно поймать. Есть одна! Давай, 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 давай. Так не считается. Считается, Мишка, считается. У меня костюм. Есть одна. Давай, давай, есть вторая. Давай, 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 еще, еще. И я успел. Давай, 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 быстрее, быстрее, быстрее. Лови, 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 лови. Ты должна победить! Блин. Да! Нет! Она победила! Конченый сценарий! Куда ты? Куда ты? Дурбецала медведь! Куда ты побежал? Останься здесь! Медведь, медведь! Не реви, медведь! Не реви! Медведь, не реви! Встань, сфоткайся возле рыбы! У нас закончилось! Итак, медведь, я предлагаю тебе с твоими рыбками отправиться с нами в путешествие. Ты поможешь, дурак, не матерись. У нас... Да. Отлично. Тогда пойдемте все вместе. Только в припрыжку. На-на-на. Ля-ля-ля. 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 Веселый медведь. Ля-ля-ля. О! Здравствуй, здравствуй, добрый зэк. Добрый зэк. Привет, добрый зэк. Скажи, добрый зэк. Пропустишь ли ты нас дальше, мазафака?
Нет, не пропущу такую красавицу. А что ты хочешь? Я хочу, чтобы она со мной в карты играла. Карты? Ну раз, давай. Машенька, иди. Машенька, моя любимая. Будем играть в древнюю зековскую игру. Давай. Два Джокера. Два Джокера. Давай, садись, давай. Красавица. Садись на карта. Давай, давай. Тебе карты. Отлично. Мне карты. Тебе карты. Мне карты. Убираем. Итак, поехали. За ставку ставим. Какую ставку? Точно! Давай поставим медведя! Нет! Да! Давайте поставим часть меня, мою жопу. Давай, ладно, нет, я ставлю коня. Хорошо, я ставлю. Все на полцарства. Машину. Машину, отлично. Берем карты, смотрим. Давай. Что нужно собрать? Если нет двух джокеров, значит продолжаем брать карты из колоды. Если есть, то выкидываем. Ну давай, есть джокер? Два. Нет, два нет. Тогда ты первая берешь карту. А скажите, а Джокер это такая карта, которую можно заменять любую? Джокер это просто круто, я беру вторую карту. Блин, ну давайте, свои все, скрываемся. Скрываемся. Поехали. У них свои понятия. Два Джокера. Мы победили! Теперь праздничная лезгинка, добрый зэк. Поехали! Все, отлично! Добрый зэк, скажи, ты пойдешь с нами в путешествие? Конечно, как с такими добрыми и красивыми людьми не пойти? Пойдем, добрый зэк, спасибо тебе! Если что, ты еще и второй раз сядешь, пошли! Пойдем, мы с нами! Ты только подожди, припрыжку, готов! Припрыжку, поехали! Встаем на старт. Отойдите, ребята, будем болеть. Кто победил? Итак, Зэк, за кого ты болеешь? Я даю обратный отсчет. Огурец, помидор, марш, поехали! Давай, давай, кто быстрее? Сюда и обратно, за рыцаря. Ай, молодец, И обратно. Ага, мы победили тебя, добрый кролик. Пропустишь нас дальше? Спасибо, а пойдешь с нами, добрый кролик? Только пойдемте, только тебе... Прыжку! Поехали! О, нет! Это злой маг! Злой маг! Я боюсь, я убегаю. Злой маг, что ты хочешь, злой мазафак? Давай, давай, маг, не ждем. Идемте сюда. Подходите. Вы умеете удивляться? Да. Мы умеем удивляться. Берите карту и в конце сыграем в одну игру. Берите, запомните, мне не показывайте. Запомнили? Да. Кладите обратно. Теперь я постараюсь отыскать. Давай, я помогу тебе шаг. Это ваша. Какая была? 9 крестик. 9 крестик. Держите ее. Смотрите, ваша задача. Если вы попадете девяткой крести между двумя тузами, я вот буду сейчас засунуть в центр, то вы побеждаете. Если нет, то я попробую. Три попытки, хорошо? Давайте, поехали, первая. Переворачивайте вот так, первый раз. Между двумя тузами. Я пролез, и вы засунули, хорошо. Два туза. Давай, раз, два. Сюда. Посмотрим. Ура! У тебя получилось, аплодисменты, ребята! Зэк, кролик! Итак, дорогие друзья, приготовили все три... Подожди, надо же... У кого есть зажигал? Он же маг! Сделай это взглядом! Итак, готовы? Все вместе считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21! Ура! С днём рождения! С днём рождения! Давайте, только торт не роняйте. Можно нажимать? Обнимайте, сука. Давайте, подходите, не стесняйтесь. Ура! Вечером всех ждем на королевский банкет, друзья. Ну что же, детишки, если вы еще не поняли, то мы показали вам историю, как сделать так, чтобы у вас не развивалась простата.
Ну а на самом деле, если будешь честным, мы поздравили мою любимую жену с днем рождения. Вот она. Ура! Спасибо большое. Уважаемый Руслан, покажите, пожалуйста, фокус для прохожих людей, чтобы нас заметили и спросили, кто мы. Пошел.